Харьков, Харьков, 14:14 по Киеву. 12 апреля, день космонавтики, да, 61-й год ракеты запустили, было недавно в Житомире, на родине Королева, генерального конструктора, да, ну ладно, сейчас не об этом, что я снимаю, хочу для себя выяснить, все же разбираюсь, что за аномалия. Одуванчики 12 апреля. Какие-то, я не знаю вообще, что это такое за растения. Все цветет, абрикосы цветут. Вот эти одуванчики я заметил уже, наверное, числа 6 апреля. А может и раньше были. 30 ноября попал под полноценный ливень, полноценную грозу с молнией, со всеми ветрами, штормами. И промокшими носками. Это объективная аномалия или просто такой год? Раньше не замечали. Ну, в общем, все, конечно, дико красиво, но, по-моему, что-то чересчур рано. Что такое 12 апреля? Кроме того, что день космонавтики. Где абрикос? А вон абрикос. Цветущая. Не, никак. Ладненько. 12 апреля, 17-й год, Харьков. А то вот же не абрикоса.